Так, сейчас мы передвигаемся вперед с помощью пальцев. Стена падает на нас, а потом ее должны оттолкнуть от себя. Она опять упала на нас, и мы опять оттолкнули. Упала, и мы ее оттолкнули. Cade il muro, perché immaginiamo come se cade il muro adesso noi e bisogna spostarlo e andare di lato. Да. Она упала, мы толкнули, упала, толкнули. Джуме? Abbiamo fatto. Sì, questo Ale, non contare per te, fallo per te, non ti affrettare. Spingi con la mano, spingi con la mano, Ale. Quando lo vediamo, dai. Dai. Ползем как червяки или змеи, у них нет ни рук, ни ног, руки у нас здесь, ногами не шевелим. Дай!
Non usa le gambe, Roberto. Ma le gambe non le dite? Ma здесь нужно представить себя как змея, подумать, как змея может без рук и без ног ползти. У змеи нет ни рук, ни ног, у червяка тоже нет рук. Но они все-таки ползут, значит, нам надо учиться вот владеть своим телом. Super. Окружению вашему, а наоборот, чтобы ваше окружение
получил мы максимальную пользу. Значит, мы стараемся делать так, чтобы никто никого не задел. Сейчас йоку в кейм. Окей, але для меня деревья есть санкции. Сердце интерпорсии. Полемосты садовать их. Все комбайки. Джиме? Окей. Еду. Браво. Все упражнения дзюдо направлены на развитие физических возможностей человека. Поэтому даже у кэми, на первый взгляд, может показаться, ну что там, просто падаем и все. Нет. Все упражнение, оно направлено на развитие мышц, координации движений. То есть мы не просто падаем, а развиваем. В этом случае, когда мы делаем йоку кэми, у нас координация движений, как устоять на одной ноге, это баланс. И в том числе наши мышцы работают. Теперь. Allora, noi nostre tutte esercizi vanno per allenarsi tutto il gruppo di nostri muscoli. Se noi andiamo a lato destro significa che noi dobbiamo piegare il ginocchio sinistro. Ok? E dobbiamo cercare di mantenersi su una gamba, anche se noi non abbiamo cadere, non abbiamo caduto, diciamo. Sempre dobbiamo cercare di stare in equilibrio, ok? Però quando dobbiamo cadere, questa si piega, questa cade, ok? Dobbiamo utilizzare il nostro... Non просто вот так садимся, да, это вот он баланс на тело. Equilibrio. Сейчас мы будем спиной назад идти. Шаг. Здесь мы приседаем на ноге. Упали. Шаг другой ногой. Упали. Поднялись. Если правильно выполнять, то мы как бы все тело тренируется у нас. Присели. Окей, отжимай. Значит, для
очень важно передвижение. Это называется тай собаки. Передвижение. Но для того, чтобы научиться передвигать тело, нужно знать направление или векторы передвижения, какие существуют. Значит, есть передвижение в линию. Injuda, molto importante i nostri spostamenti, come noi dobbiamo spostarsi. Direzione di spostamento. Первый вариант передвижения в линию. Можно двигаться вперед. Это в линии. И назад. Un tipo di spostamento questo quando noi andiamo dritto avanti oppure indietro. Передвижение в линию два варианта. Обычными шагами мы передвигаем, как просто идем с вами. Сон дуи моды. И можно передвигаться приставной шаг. У моды, когда мы каминаем нормально, дичем, как мы сэмпо. И альтра моды, как мы фата мы фата дезерера сумается, когда мы комаката. Постоянно комаката. Это первое, значит, передвижение в линию. Второе. Передвижение в плоскости. В плоскости передвижение только один вид. Это приставной шаг. Спасаменты Аллату, Сембре, Султанцы, Сембре, Читаву и Моду. Спускаемый ногам, Альтрибикор. Да, в плоскости не может быть. Моду, спасаменты. Да, в плоскости передвижение вот такими шагами они... И вручали ногам, но не посильно. Невозможно, потому что вы тогда теряете равновесие, баланс. И еще один вариант передвижения. То есть мы с вами уже понимаем, что есть линия, плоскость и круговые передвижения в круге. Когда мы передвигаемся в круге. В левую сторону или в правую сторону. Это круговые постаменты, просто ротационные. Come ho fatto vedere adesso maestra, quando noi dobbiamo spostarsi però rotando sempre passi uno di qua, passo di qua e lo stesso in altro lato. Мы можем круг передвигаться вперед телом, а можем также передвигаться наоборот спиной. Круговые движения. Все это по кругу делать. Итак, три вида передвижения. Это линия, плоскость и круг. На вот этих всех основных формах как бы и строится все тай собаки. Получается, если мы можем владеть, знаем, что мы вот мы передвигаемся. Вот мы все эти линии, все эти движения можем делать. Questo sotto spostamento quale abbiamo fatto vedere adesso. Questo si può fare. Non è che si può fare, sempre bisogna fare quando noi ci muoviamo con il compagno, con il compagno avversario. Perciò все эти движения не надо вот так вот жестко делать, как робот. То есть они должны быть обычными, как вы передвигаетесь в жизни. То есть если вы передвигаетесь вперед, все плавно. Tutti i nostri movimenti non devono essere rigidi come un robot, diciamo. Però vi dico sempre, dovete essere morbidi quando vi muovete. Sempre morbidi. Come noi camminiamo sempre, diciamo, alla vita. Quando io vado al negozio, altre cose, altre parti, diciamo, normali. Anche se vado a lato. Quando vado a ballare, pure, diciamo. Давайте мы попробуем сейчас. Самостоятельно вы можете разойтись, попробовать вперед в линию и запоминаем, что это линия. Вперед-назад это линия. Вправо-влево это вот плоскости, вот это передвижение в плоскости. И круговые передвижения. Мы круг обрисовываем. Adesso allarghiamo per tutte le palestre e proviamo a fare questi movimenti. Allargate, trovate posto per voi. Да? Поджимай. И проводи пары костей мовмента. Аванте, детро, алато. Да.
Не хватит, конечно. Пожалуйста. Ангелы